Приветствую гостей, подписчиков канала. Вот, и сегодня у нас будет немножко необычное видео. Вот, сегодня мы отступим от нашей велосипедной темы. Вот, зима идет на носу. Вот, и как бы зимой очень холодно в боксе что-то делать. Вот, и для того, чтобы можно было зимой стабильно и спокойно заниматься своими делами там или теми же велосипедами, понадобится отопление. Вот, отопление. Вот, и я решил сделать печку. Вот, для этого я купил вот такие баллоны. Вот, это 50-литровые пропановые баллоны. Вот, и печку буду делать из них. Вот, сделаю одну печку. Вот, для начала. Если все будет отлично, то все три баллона, вот, сделаю из них печки. Все пойдут на печки. Вот. В том числе, если кому-то понравится такая печка, могу продать вам такую печку, сделать для вас. Вот. Также знакомые хотели печки себе. Вот. Ну, в общем, для начала, вот, баллоны надо вскрыть. Это самое сложное в этом деле. То есть в баллонах всегда может быть остатки газа, хотя вот я купил баллоны, они без вентилей. Вот, то есть как бы по идее они стояли у человека на улице, остатки должны были все выветриться, все должно выветриться, но те, кто резал эти баллоны, знают, что может быть все что угодно с ними. Поэтому сейчас у нас самое главное — это вскрыть эти баллоны, вот, и чтобы они не стрельнули, вот, когда мы их будем резать, вот, чтобы никакой газовый там конденсат или что-то такое не стрельнуло. Вот, ну, начну я с того, что вот на всех баллонах вот здесь вот идет усилитель, полоса внутри, поэтому резать их все надо чуть-чуть ниже, на сантиметр, на полтора ниже шва. Вот, поэтому для начала сейчас отметим высоту, вот, поставим метки и отрежем вот эту часть, снимем. То есть вскрываем баллон, чтобы с ним можно было безопасно что-то делать дальше. Для этого от шва отметим, от шва надо отметить высоту какую-то. Ну, это много, даже можно чуть меньше, где-то вот так. Ну и надо сделать одинаковую полосу по всему баллону. Для этого мы, чтобы все получилось одинаково, нам потом нужно будет эта часть. Вот, мы под линеечку сделаем, отметим место среза. Вот, вот так. В общем, вот так, не спеша, потихонечку я его отпилил. Вот. И сейчас попытаемся поднять. Вот. Вот. Вообще, как бы, ну, я решился это делать только потому, что он без вентиля много месяцев стоял у человека на улице.
Вот, если бы баллон был с вентилем, свежий, ну, я бы не рискнул даже это делать. Вот, я бы наливал его водой и делал это в баллоне с водой. Вот, ну, так рискнул, как бы получилось. Вот. Вот, видите, то самое кольцо, о котором я говорил. О, баллончик мне достался погнутый немножко. То есть, если бы мы резали ниже вот этой части, мы бы сожгли... Я и так сжег пол диска 125-го, а так бы сожгли еще больше, сожгли бы весь из-за вот этого кольца. Вот. Оно идет по шву. То есть, я опустился и... Из-за этого сэкономил время и сэкономил диск. Ну, вот такой у нас получился пустой баллончик. Сейчас мы подумаем, что с ним делать дальше. Все покажу. Все увидите. Оставайтесь на канале. Вот, подписывайтесь. Вот, должна получиться неплохая маленькая печечка.